К началу нового учебного года все должно быть в порядке. Глава города Максим Красноцветов и его заместитель Мария Пивень в ходе рабочей поездки в Авантеевку посещают школу номер 8. Директор общеобразовательного учреждения Анастасия Масеева показывает кабинеты, актовый зал, столовую и рассказывает, система вентиляции и кондиционирования недавно прошла проверку. Все работает. В подвальных помещениях требуется небольшой ремонт. Доработки действительно уже минимальные, да, в процессе эксплуатации. Все-таки школа у нас в феврале месяце работала. Что-то где-то чуть подкрасить, потому что количество детей достаточно большое. И мы прекрасно понимаем, что в период обучения бывают какие-то у нас небольшие такие вот моменты, которые нужно устранить. Но, собственно говоря, руководство школы в процессе подготовки. Количество учеников 8-й школы в новом учебном году увеличится более чем на 200. В первый класс родители записали 130 детей, плюс добрали учащихся с 3 по 7 классы. Всего в сентябре в учреждение образования пойдут около 1000 детей. Конечно же, гордимся большими просторными помещениями, вентилируемыми, проветриваемыми, светлыми помещениями. Школа готова, ждет. Вы видели сегодня сами пустые коридоры. Для школы это нетипично и неуютно. Мы ждем 1 сентября наших деток. Этим летом крупных ремонтных работ в школах округа не было, а мелкий косметический прошел во всех. Всего на территории Объединенного городского округа Пушкинский 52 школы, из них 47 – муниципальных. Август – время приемки общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В настоящий момент специальная комиссия уже осмотрела школы Красноармейская и Пушкина. С 16 по 18 августа идет приемка ивантеевских учреждений образования. Анна Пыльцина, Фарид Галиев, Мария Барсукова, ИТВ.